Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DiviPlay Video, а также посетители нашего сайта diviplay.ru. В этом году на российском рынке, и, соответственно, у нас тоже появилась продукция еще одной китайской компании, она называется Marvel, специализирующаяся на выпуске геймерской компьютерной периферии. Отличительной особенностью изделий этой торговой марки является их относительно невысокая стоимость и при этом достаточно высокое качество. В этом обзоре я покажу вам беспроводной игровой комплект Marvel KM900W, который включает в себя клавиатуру и мышку. Все перечисленное располагается вот в такой вот стильно оформленной упаковке, которую вы сейчас видите на своих экранах. Ну и традиционно на ней перечислены основные особенности данного комплекта. Кстати, полиграфия выполнена довольно качественно. И отмечу, что для работы беспроводного комплекта Marvel KM900 вам потребуется 4 мизинчиковые батарейки, то есть это формат 3А. Они, к сожалению, в комплект поставки не входят. Клавиатура и мышь выполнены в схожей игровой стилистике, они как бы дополняют друг друга. Данный игровой комплект выпускается только в одном цветовом решении, вот который вы сейчас видите на экране. Это черный корпус клавиатуры и мыши с красными светоотражающими вставками. Отсеки для батареек расположены на тыльной стороне клавиатуры и мыши. Радиопередатчик здесь помещается вот здесь вот, в батарейном отсеке мышки. Он подключается к компьютеру через разъем USB, после чего беспроводные устройства готовы к работе. Никаких отдельных драйверов и приложений скачивать не потребуется. Начну с показа клавиатуры. Она мембранная. Как видите, имеет полноразмерный корпус с декоративными элементами и вставками. Какая-либо подсветка здесь отсутствует. В целом клавиатура смотрится весьма достойно. Дизайн у нее действительно геймерский. Как видите, боковая поверхность состоит из множества углов различной геометрической формы. Присутствует подставка для рук, такая вот своеобразная подставка для рук. И есть соответствующая надпись «Геймер». Вот. Верхний ряд корпуса занят дополнительными 10 кнопками. Вот эти вот дополнительные 10 кнопок. Левая часть управляет медиаплеером, а правая запускает браузер и почту. Изменить действие кнопок в этой модели нельзя. По центру вы видите вот эту вот красную такую выступающую вставку, и на которой нанесен логотип Marvel, это в виде жала Скорпиона. В правой верхней части клавиатуры расположен блок, вот здесь вот он, блок LED-индикаторов, который фиксирует нажатие клавиш Caps Lock, Num Lock и так далее. На борту, как вы видите, полный набор клавиш, включая цифровой блок. Клавиши здесь сделаны с небольшим углублением по центру, ход их довольно глубокий, и при нажатии такой раздается довольно приятный звук. Вот. На тыльной стороне клавиатуры есть две откидные пластиковые ножки, которые позволяют менять угол наклона, а также здесь есть несколько дренажных отверстий. Мышь, входящая в комплект Marvel KM900W, оптическая. Она оснащена стандартными 6 кнопками. Левая, правая, колесо прокрутки, кнопочка переключения DPI, здесь интервал от 1000 до 1600 DPI. Ну, написано, что доступно 3 режима. Какие эти 3 режима, не говорится в инструкции. И еще здесь сбоку есть кнопочки назад-вперед. Я ее специально вот так вот расположил. То есть, как видите, корпус мышки выполнен в симметричном дизайне. То есть, теоретически она подойдет как левшам, так и правшам. Но здесь есть маленькая оговорка, что вот эти вот дополнительные кнопки, которые... Они только под большой палец правой руки. Соответственно, ну, наверное, скорее правша. Этой мышкой будет пользоваться более удобно. В нижней части здесь присутствуют 4 тефлоновые ножки, которые, в общем-то, обеспечивают хорошее скольжение практически по любой поверхности. И в центре располагается оптический сенсор. Вот. Напомню, разрешение этого сенсора... Максимальное 1600 DPI. Ну, безусловно, по нынешним меркам это, конечно же, маловато для мыши, которая позиционируется производителем как игровая. И, скорее всего, данная мышка будет отвергнута любителями динамичных шутеров. Ну, а для поклонников стратегии, RPG, автосимуляторов и приключенческих игр данное устройство будет как нельзя кстати.
В заключение хочу добавить, что комплект Marwa KM900W, на мой взгляд, может быть довольно неплохим вариантом при выборе недорогой игровой клавиатуры и мыши. Тем более, что по удобству, эргономике вопросов при его использовании не возникает, как, впрочем, нет вопросов и по качеству сборки. Для того, чтобы узнать актуальную цену беспроводного игрового комплекта Marwa KM900W и для его приобретения, просто перейдите на сайт DiviPlay по ссылке, находящейся под этим видеороликом. До новых встреч!